Три грузовика столкнулись на дороге Темиртау-Сакаровка. Один из водителей скончался на месте. ДТП произошло около 18 часов на 1063 километре автодороги Алматы-Екатеринбург. Авария произошла с участием двух грузовых машин марки «Вольво» и марки «Шахман». Кадры, которые вы видите на экране, сняли очевидцы сразу после аварии. Люди пытались своими силами оказать помощь пострадавшим. Второй водитель был доставлен в медицинское учреждение. По информации Управления здравоохранения, после осмотра его отпустили домой на амбулаторное лечение. По данному факту возбуждено уголовное дело, назначенные соответствующие экспертизы. Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения. Помните, вас ждут дома. Утром следующего дня на той же трассе, но на 1046 километре, произошло еще одно ДТП с грузовиком. По предварительным данным, озвученным полицией, пострадал 32-летний водитель автомашины марки «МАН». В условиях гололеда, не соблюдая скоростной режим, мужчина допустил занос и совершил наезд на криволинейный брус и перегородил дорогу. Ведется расследование, назначены соответствующие экспертизы. Как сообщили в Управлении здравоохранения, пострадавший госпитализирован в отделение политравмы. Его состояние средней степени тяжести стабильное.